по заявлению правоохранительных органов, среди задержанных лица, пытающиеся влиять на криминогенную ситуацию в стране. Полиция Киева совместно со спецназом сорвала встречу криминальных авторитетов, которая проходила в ресторане района Пущеводица. В результате спецоперации накануне были задержаны более 60 человек. Большинство из них ранее отбывали наказание в местах лишения свободы за совершение различных преступлений. Как сообщили в столичном главке нацполиции Украины, собравшиеся на сходке имели влияние на криминогенную ситуацию в Киеве и других регионах страны. Поэтому все они доставлены в управление полиции для проверки. При этом во время осмотра ресторана были обнаружены несколько единиц оружия, разрешение на которое вызвало у силовиков подозрение. Пистолеты и ножи были изъяты для проведения экспертизы. Отметим, что украинские силовики пытаются избавиться от представителей криминального мира. Периодически появляются сообщения о задержании и выдворении из страны того или иного вора в законе. Как правило, не украинского происхождения. К примеру, в сентябре этого года киевские оперативники во второй раз задерживали вора в законе Гелу Джошуа, Гела Тбилисский, которого уже выдворяли в Россию. На Украине законник вновь появился с поддельным паспортом. Чуть позже стало известно о выдворении еще одного вора, Тенгиза Чаре, Тенга Гальский. Ему запрещен въезд на 5 лет. Сообщалось, что 35-летний законник прибыл в столицу Украины для перераспределения сфер влияния в преступной среде. За лето правоохранители соседней страны также выдворяли воров в законе Реза Бухникашвили по прозвищу Пецо, Мануча Ругасвяни, Манчо Зугдицкий и Айткалю Маймушева, известного в тематических кругах как Леха Маймыш и Леха Семипалатинский.